Чего ты ждешь, глупыш? Ой, милый, я вся такая. Ты моя устроил вечер, все готово. Свети бутылку вина, даже два билета в чайный сад. Ничто не делает девушек такими сговорчивыми, как вечер в Аркадии. А теперь надо только заехать в эконом, чтобы на всякий случай купить инжектор со стимулятором. Говорят, Анжелина уже бывала в чайном саду. Процедура возрастания увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит: терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Thank you.
Я пришел сюда. Я лучше. Спасибо, что пришел. Убери. Ластер. Ты ничего не понимают. Мне всегда везет. Я докажу и Райну, и всем. Фонтайна? Не хватило духу. У меня хватит, у меня все получится. Это вопрос времени. Нет, нет, нет!
нет, нет! В наступающей тьме ты зажег свечу. Спасли. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Спасибо. Я готова ко сну, мистер Бабл. Спасибо вам большое. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Мистер Билл. Что несколько лишних ртов. Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты, слепота, безумие, летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же удовольствии. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. Холмы вон там, и там же батисферная станция, а оттуда прямиком к Райну. Свободных людей. Есть что-нибудь? Есть антисанитария. Грязь. Иди сюда. Должно быть просто ветер. Куда не годилось? Мне плевать, я на теперь.
как-то раз на поверхности я купил лес. Паразиты утверждали, будто это божья земля, и требовали, чтобы я там разбил пару. С какой стати? Чтобы бездельники могли валяться в денечке под кронами и воображать себя в раю. Когда Конгресс попытался национализировать мой лес, я сжег его дотла. Это не Господь взрастил Арканию. Это я. Выслушать. Я, конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала! Это же не ты, правда? Нет. Райан! Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Посмотри в груди. Мне надо продолжить работу. Спасибо. Bienvenido al amo bandido. Muchas gracias.
знаю, где оскверняешь это место! Очень многообещающими. Если Роза Гарика за
зацветет. Тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Грегори, не надо мне жаловаться на силу рынка. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативность. Если тебе не получать то, чем надо... Эй, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. На площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Бумажные полотенца, чернильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Я тут везде небось украшаю тебе теперь свои мерзкие алтари, проклятые маньяки. Заходи ко мне в кабинет. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь вот я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого выйдет. Заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан,
Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата «Лазарь». Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности – это цивилизация. Мистер Райан. Мистер Райан. Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Советую начать с деревенской ярмарки. Thank you.
фанатики! Наконец-то я... Я счастлив! Вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади. Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Дети с их длинными иглами, бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что же, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна, все мы за нее тянули, она тянула нас. И все же, эти дети — сущее проклятие. Однако, не я один тянул за цепь, породивший их. Их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом.
улыбайтесь так, мистер Би. А ну, ангелы как уж не ждут. Спасибо. Бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что же, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна, все мы за нее тянули, а она тянула нас. И все же эти дети — сущее проклятие. Однако не я один тянул за цепь поразительных. Нет, их маленькие пальчики тоже были там. Совсем рядом. Адам действует как благотворный рак, уничтожая врожденные клетки и заменяя их на нестабильные стволовые разновидности. Именно эта нестабильность порождает удивительные свойства. Но она же является причиной косметического и ментального ущерба. Нужно все больше и больше Адама, чтобы сдержать лавину. С медицинской точки зрения это катастрофа. С деловой? Ну что ж, Фонтейн видит возможности. Чтоб тебя вши зажрали! Ah!
Сегодня на прогулке я впервые столкнулся с такой парочкой. Он кособокий громила в вонючем гидрокостюме, она грязнуля в замызганном розовом платьишке. Бледная до зелени и как-то странно держалась, так словно бы родом совсем не отсюда. Нет, я понимаю, что такие люди тоже молодые. Но хотелось бы, чтобы они вели себя хоть чуть-чуть поприличнее. Сестричек, в тревожные времена дайте вашей девочке ту жизнь, которая она хочет. Бесплатный пансион и обучение. Дети – это будущее восторга. Конвертера. Ты, кажется, счастливый отец нового препарата Лазаря. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ.
не сопротивляйся неизбежному. Скоро у тебя кончится кислород. Просто засни. Oh,
сомневаешься в моих словах? Не в моем городе! Черт возьми, сколько же будет готовиться этот препарат? Боишься
Отлично, парень. Дыши глубже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы, за батисферой. Следующая остановка — дом Райна. Пришло время крови. Отделение души человека от тела. Ты же не из ЦРУ. Ты от Атласа. Вот с этим тараканом мне пока никак разделаться не удается. Но ничего. Со временем я подберу нужную отраву. Почти у цели. Вон там впереди батисфера Райна. Райан вручил ключи от форта Веселый одному парню по имени Сандер Коэн. Кто-то называет Коэна артистом, а по мне так он из восьмого отдела. Я в жизни всяких повидал головорезов, негодяев и странных типов, но Коэн им всем 100 очков форы даст. Он совершенно чокнутый психопат! Атлас Райан, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Было время, когда по радио еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста — услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Сандером Коэном! Я уже несколько месяцев не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим, то ли ты просто случайный бродяга, то ли нечто более интересное. Где ты учился? Нет! Погасите! Зачем ты так
солодовый уксус. Я так долго ждал, пока в этом городишке появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужланы и деревенщины. Впрочем, где же мое воспитание? Входите, входите, Сандер Коэн приветствует вас во Флит-Холле. Благодари меня за то, что я забил помехами эти скучные передачи Атласа и Райна. Пусть себе грызутся. А вот художник... Да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. К примеру, я испытываю тебя, Мотылёк, но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики, другие сгорают, как мотыльки, летящие на небо. Войди же в мое жилище. Лети сюда, мотылёк. Жизнь, смерть, долг художника — это уловить. Посмотри на юного Фицпатрика на сцене. Возьми камеру, сними его таким, какой он сейчас, чтобы я его запомнил. И теперь у тебя есть Фицпатрик, уловленный в момент своей славы. У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. А теперь иди в Атриум и помести его фотографию в мой шедевр.
Это станет началом нашего сотрудничества. Зачем ты здесь, мотылёк? У тебя свой холст, и ты хочешь писать по нему кровью человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к Райну, но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Ступай в Атриум. И побыстрее! Моя муза капризна и непостоянна. Видишь, когда я обращусь в прах, вот на что они станут указывать. На мой квадриптих, мой шедевр. Давай, не бойся, прикоснись к нему. Да, вот и Фицпак. Избавленный от всех пороков и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть миг созидания. Там, снаружи, есть три человека. Все мои бывшие ученики. И всех их объединяет одно — предательство. Отыщи их, мотылек, и обессмертим смертность в моем квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознагражден. И отправишься к Райну. Двери в Посейдон Плаза теперь открыты для тебя, мой мотылёк. Thank you.
пожаловать на распродажу! Позволь мне отдернуть занавес. Я вижу, как ты дышишь. Кажется, старый маразматик наконец-то сукин сын просил меня замерзать. У меня тут поза как раз для тебя. Теперь помести фото в рамку. Посмотрим, что тут у нас.
девочкам никто никогда не делал добра, кроме меня. Ну какой от меня прок? Ты подарил им надежду, и за это я благодарна. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Все сходится, а? Но всегда будут маловеры. Ты же не сомневаешься во мне, правда? Я всегда терпеть не мог маловеров. Нет, 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 нет!
Спасибо, спасибо. Куда ты идешь, милый? Я готова. Обернись! Я ничего такого не хотел! Моя коллекция почти завершена. Вот тогда и посмотрим, кто тут настоящий художник. Скажи ему, что его музыка лучше горит, чем звучит. Посыльный Коэна? У меня кое-что есть для этого ворона. Смотри, немного с моими котятами. Он уборщик. Тут повсюду праздник, а но вместо того, что... Он был паршивцем и моим любимчиком. Но, кажется, так он мне нравится больше. Бери его, чертову фотографию. Чик-чик. Порхаешь вокруг борта и отнимаешь жизнь на лету. Ты не мотылёк, ты ангел. Я никогда не рисовал ангелов. Наверное, стоит попробовать. Пожаловать на распродажу!
чтобы ты меня судил. И никто другой тоже. Идите все к черту! Идите к черту, проклятые маловеры! Вот и все, что я хотел вам сказать. Лети прочь, мотылек! Лети! Прошу прощения за выплеск эмоций. Тебе придется извинить старого дурака за его артистический темперамент. Миг рождения уже так близко. Родовые муки способны затуманить рассудок и вывести из себя даже самую утонченную натуру. Я думала, ты забыл про бедняжку Жасмин. Очень рада, что ошиблась. Простите, мистер Райан, я не знала. Не знала, что Фонтейн имеет к нему отношение. Я... Что вы делаете? Нет, не надо, прошу вас. Я любила вас. Да.
настоящая беременность, что они вытащат зародыш, как только мы с мистером Райаном. А мне так нужны были деньги. Но я знаю, мистер Райан все выяснит, узнает, что я была неосторожна, узнает, что я продала. Мистер Райан так на меня рассердится. Сфотографируй его, пока он совсем не высох. Теперь ты увидишь, что путь к Райну тебе открыт. Передавай ему привет от Сандера. О, да, и можешь взять одно из моих меньших творений в память о времени, что мы провели вместе. Если уж ты стал моим единственным и самым верным учеником, то заслуживаешь права заглянуть в укромные недра моей музы. Но кто знает, родился ли уже... ...тот человек. А теперь ступай. Что с тобой случилось? Я уже отчаялся тебя поднять. Ладно, давай-ка забирайся в Батисферу и отправляйся в Гефест. Пора разобраться с Райном. Иди. Путь в восторг стал для меня вторым исходом. 1 Ну все, тут либо пан, либо пропал. У Райана в руках генетический ключ к восторгу. Если его заполучить, то мы вырвемся из этой чертовой дыры. Но если нет, тогда от нас с тобой останется мокрое место. А теперь будь любезен, отправляйся в кабинет Райана и убей этого мерзавца. Пора с этим кончать.
пожаловать на распродажу! Вот его в те времена, когда он еще верил в то, что делает, в борьбу, а теперь он гниет заживо и все ждет, пока кто-нибудь придет и скажет, что у него талант. Наверное, поэтому он и оставил тебя. И сказал, как убить Эндрю Райна. Создать перегрузку ядра 3 элементарно. Осталось выяснить, что такое эта самая перегрузка и что такое ядро 3. Элементарно для инженера. Жаль, что я-то специалист по дамским туфелькам. Что ж, посмотрим, что я вытрясу из макак в центре термоконтроля. Как это типично для всех паразитов, вечно пытающихся прыгнуть выше головы.
Я бы объяснил, почему тебе никогда не достичь того, к чему ты стремишься. Но это все равно, что играть Моцарта древесный лист. В чем разница между паразитом и человеком? Человек создает, паразит спрашивает, а где моя доля? Человек творит, паразит говорит, а что подумают соседи? Человек изобретает, паразит говорит, осторожно, не наступи Господу Богу на мозоль. Только на этой неделе мы потеряли двоих механиков. Нужно контролировать разрушение.
расходы. Попробую справиться с моими примочками. Что меня удивило, так это то, что делал Фонтейна, судя по всему, его собственная кончина не слишком помешала. Под Новый год его чертовы мутанты ломанулись из домов для бедных и бросились на баррикады. Трупы валяются на улицах, а честные граждане стоят в очередях за плазмидами, готовые на все, чтобы отбить атаки черни. Малышку, чтобы она помогла тебе в пути.
Я готова ко сну, мистер Бабл. Строит город на дне морском. Это чудо. Другой человек оказывается в самолете, который падает над океаном и попадает в этот же самый город. Да, это можно назвать сказкой. Шума на тебя! Пошли скверно. Райан сам перестал верить в восторг.
перестал верить в великую цепь. Он верил только в силу. А теперь здесь все трещит по швам. И моя дочурка пропала. Даже хуже, чем пропала. Стала одной из этих тварей. Так что же, я убийца? Но вот сейчас мы это и выясним. Ужасно. Спасибо за напоминание, что свет еще горит в нашем мире. Я пошлю малышку, чтобы она помогла тебе прийти.
мертвая оболочка готова. У меня в кабинете есть заряд нитроглицерина, это будет катализатор. Теперь нужно 4 отрезка провода R34 в свинцовой оплетке, чтобы создать цепь. И, наконец, полбанки ионного геля для нашей красотки Бетти. Это переведет ядро в компенсационный режим, увеличит силу тока на линии и выбьет предохранитель у Райана на воротах. Теоретически. Оно либо сработает, либо снесет с лица земли пол восторга. Ну, кто не рискует. Что за странный сон? Какое-то плодовое дерево кружилось, как юла. И сок тек прямо Райну в горло, так что мерзавец аж захлебывался. Но это было не дерево на самом деле, когда я посмотрел поближе. Это оказалось ядро системы управления. Штуковина, питающая магнитные замки у Райана на воротах. Питание отключить нельзя, оно идет прямо из вулкана. Райан всегда получает свой сок. Но, думаю, можно попробовать утопить в нем сукина сына. Валик, да! Папа!
слышал! Будь ты проклят в этом городе! Верну! Куда? Построить город на дне морском. Безумие. Но где еще мы могли бы освободиться от цепких лап паразитов? Где еще мы могли бы создать экономику, которую они не смогли бы контролировать? Общество, которое они не сумели бы уничтожить? Невозможно было не построить восторг на дне моря. Невозможно было построить его где-либо еще.
кровь на улицах? Конечно. Некоторые пошли по пути саморазрушения, злоупотребляя плазмидами. Само собой. Но я не собираюсь делать заявление и диктовать законы. Великая цепь движется медленно, но мудро. Именно наше нетерпение открывает путь правительственным паразитам. А когда вы впускаете их, они начинают пожирать город изнутри. К ядру мимо поста геотермального контроля. Вот тогда и проверим, знали ли эти умники, о чем толкуют. Затопить восторг. Это случилось сразу после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. До ядра, но Райан точно заметит. Возможно, для надежности поставит защиту по периметру.
все мертвы? Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Так далеко от семьи, от друзей, от всего, что тебе дорого. Но все же тебе тут нравится. Ты ощущаешь нечто необъяснимое. Подумай немного, и, возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда! И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух!